Привет, ребята! Добро пожаловать на мой канал! Надеюсь, у вас отличное настроение и мозги готовы к работе, потому что сегодня я не только буду краситься, но и расскажу вам, почему я сделаю это левой рукой. Я правша, и большую часть всех действий я делаю именно правой, своей рабочей рукой. Но наш мозг особенно устроен. За действие правой руки отвечает левая половина, и наоборот, за действие левой руки отвечает правая половина. Мышку я уже несколько лет подряд держу левой рукой, и все ей делаю. Зубы периодически чищу левой рукой, писать учусь этой же левой рукой. Одеваюсь в темноте иногда, для того, чтобы мой мозг начинал по-другому работать. Ну, а сегодня я решила попробовать накраситься левой рукой, и я никогда этого не делала. Супер какого-то макияжа, конечно, делать не буду, я даже не уверена, что я смогу тушью накраситься. Но, тем не менее, я попробую. Так, левой рукой. Главное, чтобы это все делала левой рукой. Вторую половину сделаю точно так же, как первую, только правую руку. Посмотрю, какая разница. Половину косметики оставила в другой комнате, но бегать уже не буду. Воспользуюсь тем, что у меня здесь есть под рукой. Вот это действие самое сложное. Даже не понимаю, куда мне сейчас упаковку от туши здесь. Ой. Знаете, бывает, я видела картинки в интернете, девушки так делают это. О, каким-то таким странным образом делают лицо, чтобы им было проще краситься. И кажется, все эти девушки красятся не той рукой. У меня тоже желание сейчас растянуть непонятно лицо свое. Ой-ой-ой. Так, максимум сосредоточенности. Да, ресницы, конечно, на правой руке, ой, на правой стороне подлиннее будут. Ну и последний штрих. Я не буду выбирать сегодня красную помаду. Я, конечно, никогда не пользуюсь красной помадой, но сегодня точно не буду. Я думаю, губы накрасить вообще не составит труда. Ладно, это бальзам. Даже если бы промахнулась, было бы без разницы. Не, ну по сути, я почти не отличаюсь. Только используйте обе своих руки и оба полушария вашего головного мозга, чтобы лучше ваш мозг развивался и контакты между... Что-то какую-то я чушь говорю, по-моему, наоборот, голова выключилась после этого эксперимента. Я накрасила за 5 минут, хорошо, что мне сейчас не нужно было торопиться на свидание или на работу, или еще куда угодно. Ну и, в принципе, вроде ничего получилось, да? Да, хорошо. Все, всем пока, хорошего дня и приходите ко мне почаще.